как в лагере. Да что ты за мной не возьмешься? Это мы перевод. А, один, да? Есть, есть, есть. Белопланета. Он пройдет вдоль транзитной зоны по правой стороне на берег. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание на свои. Давайте шумом, аплодисментами, погромче музыку. Здравствуйте, и приветствуем, приветствуем спортсменов! На первом этапе с каждого. И третий сейчас Николенко Николай, команда триатлона «Хамелеон». Удерживаем спортсменов. Можно громче, Харьков? Ксюша! Мы всегда вас поддерживаем всех. Давайте, 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 Ксюша, не стесняйся. Давай, отбегай! Давай, 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 Ксюша. Поддерживаю, поддерживаю спортсменов, давай, аплодисменты всем и каждому. Красавчики. Сколько это стоит все, и люди с таким удовольствием. Все. На транзитную зону для передачи эстафеты. Готовится передать эстафету Владимир Гридюк Андрею Олейнику. Андрей готовится отправиться на беговой этап. Они находятся. Красавчики. Принимает эстафету. Передача эстафеты, принимает эстафету Роман Романенко, и будем ждать. Разведка отправляется. Андрей Выдайко, и он идет сейчас на третий беговой этап. Все, готов, спортсмен. Главное, мы еще не забыли свои сменки. Усова из команды Open Sport. Команда, которая сегодня становится бронзовым призером. Считанные метры, ждем его на финише и будем, конечно, встречать аплодисментами. Ну что, готовимся. Абсолютный чемпион, абсолютный лидер приближается к нам, приближается к
финишу. Там определились чемпионы среди эстафет. Прибежал лидер эстафетных команд.